Дорогой Рамиль, мой милый друг, ты, конечно, славный парень, а мне сегодня быть плохим полицейским. Ты говорил, что заходил на мою страницу, но, видимо, ты смотрел совсем в другую сторону. Ты не увидел моих побед. Все то, что за моей спиной. Ты увидел лишь гитариста, который 10 лет держит гитару вот так. Но специально для тебя 11 ноября я расчехлю свой синий славный телекастер и повешу его не так и не так и даже не вот так, а вот так высоко. А когда я поднимаю свою большую гитару с толстым грифом вот так высоко, многие гитаристы начинают стесняться играть на своих маленьких гитарках. Я принимаю твой вызов, и пускай победит сильнейший. Дорогие друзья, дорогой Рамиль,